Вы слышите шум вдали? Понять, наверное, нетрудно. На ринге появился американский боксер. Вот он. Флойд Мейвезер. Мейвезер в переводе «майская погода». Его соперник, кстати, вот вы видите, он победил казахского боксера, причем ввиду явного преимущества в первом поединке. А его соперник Лоренцо Арагон, Куба. Победил алжирского боксера и бразильского в предварительных поединках. Итак, первый раунд. Рефери, представитель Германии Стумпель. Два молодых боксера, 22 года Лоренцо Арагону, кубинцу, он в красной форме, и 19 лет американцу. Поединки между кубинскими и американскими боксерами всегда проходят в бескомпромиссной борьбе. Ну, американские зрители в Атланте, во всяком случае, не очень любезно принимают кубинских боксеров. Они понимают, что кубинцы – это главные соперники сборной США. И уже несколько раз на этом турнире скрещивались пути кубинцев и американцев. Кубинец чуть активнее начал, как и свойственно всем кубинским боксерам. Вот посмотрите, как защищается молодой американец. Правда, корпус открыт. Но, может быть, он знает, что боковые судьи не очень любят удары по корпусу, никак бы не замечают их, игнорируют. Поэтому так высоко подняты руки. Замечание кубинцу за удар ниже пояса. Победитель этого боя встретится в полуфинале с Серафимом Тодоровым. И кубинские, и американские боксеры любят вести поединок в ближнем бою, поэтому, вот видите, они оба частенько сходятся. И, ну, правда, идут в захват. А тем не менее, вот эти три очка кубинец как раз набрал, атакуя со средней и дальней дистанции. Вот наконец-то попадает Флойд Мейвезер. Традиционный клич USA, USA. Да, нелегко вести поединок, когда 75% зрителей болеют за твоего соперника. Попал кубинец прямой правой и тут же получил в ответ. Вот видите, как быстро меняет ситуацию. Ну, собственно, это неудивительно в таком вот бою, в высокотемповом, при большом, при взаимном обмене большого количества ударов. Ох, как бросается американец на соперника. Ну что ж, позади раунд. Давайте познакомимся с Лоренцо Арагоном. 22 года. Он не столь именитый, как некоторые его товарищи по сборной. Но пока выигрывает после первого раунда 5-4. На Кубе проводится
ежегодно очень крупный турнир Кордова-Кардим. И вот в прошлом году на этом турнире Лоренс Арагон стал победителем. Его считают надеждой кубинской команды. Во всяком случае, о нем Алсидо Сагара, тренер кубинской сборной, очень высоко отзывается. Следовало ожидать, что бой будет таким упорным. Приблизительно в одной манере боксируют спортсмены. Американец в ближнем бою. Посмотрите, как хорошо сейчас отработал. 2 очка заработал. Кубинец длиннорукий, ему действительно удобнее боксировать на дальней и средней дистанции, но тем не менее он не отказывается идти иногда навстречу сопернику и сходится с ним в ближнем бою. Поскользнулся Флойд Мейвезер. Кубинец как-то отошел на второй, как будто, план. Первым номером стал боксировать американец. Только счет сравнялся, и тут же американский боксер нанес удар. В ближнем бою, вот видите, ударов много наносит, а счет не меняется, вы видите, 7-6. Напрасно, мне кажется... Напрасно Лоренцо Арагон позволяет все чаще и чаще американцу входить в ближний бой. Надо держать его на дистанции. Прямой левый, спокойно. Сказать, что очень настойчив американский боксер. Все время в ближнем бою бьет по корпусу. И даже несмотря на то, что это ему не приносит успех, но зато уже тренеры должны ему подсказать. Не просто категорически не замечают боковые судьи эти удары. А удары проходят, это хорошо видно. 8-7. Последние секунды второго раунда. Впереди американский боксер. А вот сейчас, по-моему, пошел еще один удар. 9-7 или 10-7. Довольны зрители, довольны своим боксером. Флойд Мейвезер, 19-летний боксер из штата Мичиган. Он в прошлом году был серебряным призером. Да, 10-7 был серебряным призером чемпионата США. Дважды побеждал на популярных в Америке турнирах «Золотая перчатка». И в этом году выиграл так называемый Олимпийский фестиваль, что давало право на поездку на место в сборную, естественно, поездку в Атланту.
точный удар кубинского боксера и сам пропускает боковой правый. В предыдущих боях, когда здесь на Олимпиаде встречались кубинские и американские боксеры, в основном успех сопутствовал кубинцам. Ну вот, своеобразный реванш берет 19-летний американец у своего кубинского соперника. Выигрывает 10-7, третий раунд. Встречный удар. Да, кубинский боксер не сумел ничего противопоставить вот этим настырным атакам американского боксера в ближнем бою. Уже оба устали, идут в захват. Ой-ой-ой, это уже борьба. Да, не сумел построить поединок так, как ему хотелось кубинец. Не сумел сдержать на дистанции американского боксера. И вот в итоге уже 5 очков проигрывает. Замечание, замечание. Посмотрите, какой мощный обмен ударами. Кубинец сумел сократить разрыв в счете уже в 2 очка. Время маловато, но все-таки есть, есть. Если он сумеет. Зрители, видать, почувствовали вот изменение хода встречи. Одно очко, всего одно очко, а время есть. 25 секунд, надо только разорвать дистанцию. Достал ведь прямой левый кубинец, достал, не засчитали боковые судьи. В прыжке прямой левый пробил оборону американца. Последние секунды. Один удар, всего лишь один удар. Надо разойтись, разойтись, сейчас прозвучит гонг. Одно очко выигрывает американец, да. Всего лишь одно очко. Поистине победное очко 19-летнего американского боксера Флойда Мейвевера. Ну что ж, Майха, прекрасный месяц весенний. Пусть ему сопутствует майская безоблачная погода. Ну, если будет в его биографии дождик, то пусть это будет легкий, приятный, свежий майский дождик, а не бурный ливень, не тайфун. Ladies and gentlemen, introducing your winner in the blue corner. Флойд Мейвевер побеждает в 1/4 финала и в полуфинале встретится с трехкратным чемпионом мира Серафимом Тодоровым.